Представляем финалистов. В красном трико выступает Магомед Расул Идрисов. Ему 20 лет. Хасавюртовский район. Учится в училище Олимпийского резерва. Тренер Али Исхак. Лучший результат — бронзовая медаль на первенстве России среди молодежи. И в этом году завоевал почетное второе место на турнире памяти Али Алиева. В синем трико выступает мастер спорта международного класса Забур Угуев. Город Хасавюрт. Спортивный клуб и школа Мавлета Батырова. Тренер Шами Шамиев. Чемпион мира среди молодежи. Россия. Уважаемые зрители, вот подсказывают, уж не знаем где, вас много очень. Альберт Саритов, бронзовый призер Рио-де-Жанейро, выступал за команду Румынии. Поздравляем его, давайте вместе поздравим Альберта. Скромнейший парень, несколько лет был в тени, не выступал, травмы и так далее, и блестяще отборолся в Бразилии. Альберт Саритов, Дагестан. Счет 1-1, и технических действий нет, но преимущество имеет борец, преимущество, подчеркиваю, тот, который был активнее, последним. Но
но, как мы видим, не очень изобиловала эта схватка техническими действиями. Но борцы знают очень хорошо друг друга, вместе тренируемся, можем.